В сентябре месяце для педагогов и воспитанников молодежного центра произойдет долгожданное событие. Все они заедут в новое здание, капитальный ремонт которого проходил на протяжении полугода. Почти все работы на этом объекте завершены. Мы отмываем второй этаж, уже ставим свою новую мебель, которую нам сейчас приносят. Вот, и потихонечку начнем на этой неделе, наверное, в конце, спускаться уже на первый этаж и готовиться уже к открытию. В самом Доме молодежи продолжат функционировать прежние кружки. Но ребята решили порадовать жителей новшествами. В ближайшем времени в стенах здания они планируют открыть новую комнату. Новый кабинет, игровую комнату, которая будет называться «Апельсин», где будут представлены различные настольные игры. И мы в дальнейшем, вернее в скором времени, поставим игровую приставку для детей. Также для детей будет открыт компьютерный класс, где они смогут пользоваться интернетом. На территории Дома молодежи теперь располагаются площадки для воркаута и баскетбола. Установлена летняя сцена, беседки. Но даже глядя на такие изменения, воспитанникам молодежного центра до сих пор не верится в предстоящий переезд. Сначала они не поверили, а сейчас, когда они уже собирают, ставят сами себе мебель, помогают в организации всего, я думаю, что скайф. Уже так набирается эмоциональный такой всплеск. Я думаю, что они довольны и, конечно же, рады. Открытие нового здания запланировано на 4 сентября. Руководители различных кружков приглашают всех желающих в свой новый дом.